У нас возле дома. Личное? Ну, почему личное? Вон деток катают. Ой, куда-то катают. Зашла. Ну, ясно. То есть можно прокатиться, да? Ну, если вы там стоите в очередь. Сейчас, если взрослые будут катать. Можно. Обалдеть. Нас снегом заваливает. Снегу куча. Ужас. Вон она, очередь стоит. Катание на снегоходах. Виталий и Гоша, надо сюда прийти покататься. А нас заваливает тупо снегом. Чё, ребятишки стоят в очереди? Ух, чё, нифига мимо нашего дома едут. Как ребятишек катают. Ну, они тоже, этот Хундай, это моего брата Корнев катает, а молодец. Парни деньги заработают, не ясно.